Ухо, хуйня, разве вот это фигера? Вот это достойный, блядь. Привет всем. Сегодня озерна и сегодня небольшая пробежка по водоему. В поисках окуня. Не клюет совсем. Вообще, блин. Вчера хоть это сразу я только раскидал. Сначала на полкилишку шеренок валился, потом вроде бы щука. На кило 150. Мне это электронный А подлещик вчера вообще не брал. А сегодня утром троих вымочил. И этот, пока я ходил залить, снимал, прихожу, смотрю, поплавок мой дергается. Вытаскиваю, блядь, а кусок такой. Заглотил сразу до хвоста. Все кишки ему выдрал крючком. Ну такой вот шмат, блядь. Все кишки выдрал. Ну пойду искать окунь тогда. Да. Снимаете? А? Снимаете? Да. Я взял, что-то она лежит у меня. Я даже не стал ее доставать. Канал? На канал? Нет, так, чисто для себя. Вот мы сейчас здесь. Ну да. Ну здесь судачка, если только встретить. Ну посмотреть. Ну вот я говорю, там я сейчас окунька взял. Вот здесь вот на третий взял тоже. Ага. Так, мы сейчас на скольких метрах здесь получаемся? Мы сейчас стоим где-то в районе девятки. Девятки. Глубоко. Ну оно здесь раз и два. А с дна или с... Ну я полметра от воды. Полметра от дна беру, да. Рядышком. Ну вот я говорю, в принципе, я вот здесь и планировал. Но единственное, я думал то, что я буду не один с ребятами. Больше возможно, смотрите, вот, грубо говоря, если вы сейчас вот так вот пойдете, здесь будет 4-3. Но опять же, если на 1.5 метра меньше, это здесь половиной. Двойка, здесь да. Для окуня и... самое. Ну, значит, вот так вот. Вот. Ну не для руслового, конечно. А это приложение, блин. Можете это не Навионикс? А? Это не Навионикс? Нет. Сейчас вот смотрите. Ну это блин, если вы как бы любите тратить деньги на это, то сейчас вот сделали G-Life, может знаете. G-Life. Ага. Вот. Я сейчас через Сусанин вот зашел. Здесь вот Dub Drip Pro. Вы можете сейчас тоже на него зайти. Ага. Вот, он тоже нас сейчас здесь все покажет, где мы находимся. Вот. И, грубо говоря, сориентироваться тоже. Это бесплатная. Озерна у них бесплатная карта. Ага. И вот вы по ней сейчас тоже приблизительно хотя бы вот так вот какие-то бровки. Мне больше нравится то, что вот я могу прийти и бровки найти. Пришел, а так приложение Dub Drip Pro, да? Ну это вот оно и на iPhone, и поэтому вот Dub Drip Pro, да. Ага. Сусанин, если что, вот на него. Но на Сусанин получается, он, на него надо скачивать приложение. О, не приложение, а карту. Сусанин, я вот с ребятами, кто карты глубин делает, связывался, они мне их посылали, я их устанавливал, и вот они у меня теперь остались, вот я ими пользуюсь. А так, в принципе, у них... сейчас вот то, что ребята Сусанины делали, они раньше сотрудничали с ним. Сейчас они вот это вот сделали G-Life, свое приложение. Это вот, грубо говоря, они приезжают на своих лодках с лодочным. Молодцы, это. То есть это наши ребята. Да, да. Сделали, получается, карты водоем. И теперь вот какие-то они там дают бесплатно, а потом другие бери, покупай. У них, ну вот я говорю, у вас iPhone, Android? Android. Вот на Android лучше всего. Ага. Вот G-Life, вот только G-Life можно будет скачать на наш Store. Нет, на что? На что? У вас записывается вот. Да, забьете. Это тоже сейчас вот покажу. Какая тема? Это типа, когда заграничные начали эту блокировку наших всех приложений. Наши сделали альтернативу приложению. Вот это как Google Play. Ага. А видите, наш Store. Наш флаг, да. Белый, синий, красный, вот они стрелочки, и наш Store называется. В него заходите, те же приложения, которые там, например, нигде вы не найдете Сбер, там еще что-то, там можно. Спасибо. Вас как зовут? Александр. Ой, тезки.
Вот. Ну, увидим, сейчас я ненадолго, на часочек, на полтора. Немного прошелся по водоему, ну как немного, метров 200-300, не увидел ни одной лунки. Но стало быть, блеснильщиков сегодня не было. Самый верный способ, конечно, найти, это когда вот видишь, что вдоль берега шел, кто-то сверлился, где-то пятак особо рассверлен, значит, там есть окунь. Итак, лунок я не нашел, буду пробивать береговую зону. Погнали. Сейчас я почти не использую ни эхолот, ни GPS-навигатор, хотя оба гаджета постоянно лежат у меня в чемодане еще с времен рыболовного спорта. В любительской рыбалке я предпочитаю обходиться без них. Достаточно того, что есть бур с шуруповертом, который легко прорубает 130-й лунки. Для начала нашел нужную глубину, это от 1,5 до 2,5 метров, и понаблюдал за реакцией окуня. Как один из вариантов разыграть лунку, сначала сделал серию коротких частых махов, и не получив реакции, перешел на средний мах с длинной паузой и сменой горизонта. Я, наверное, не буду рассказывать про проводки, про положение хлыста, про правильную подачу блесны, так как про это очень хорошо и грамотно рассказывает Александр Воробьев на канале Акара. Человек, который, наверное, в представлении не нуждается. И все же для тех, кто не знает, скажу, что это наш чемпион и блестильщик от бога. Те, кто интересуется зимней блесной, обязательно зайдите на этот канал. На своем канале я обязательно сделаю несколько коротких видео по каждой блесне в отдельности и по проводке в отдельности. Ну а сегодня будет просто визуализация поклевок. Ловлю я блесной марапетку не потому, что это лучшая блесна, а потому, что это просто хорошая, рабочая, понятная блесна. У меня под нее хорошо стоит мах, и в арсенале у меня, наверное, приоритет по количеству этих самых марапеток. Есть и другие блесны, есть очень хорошие блесны. Вот я сейчас недавно сделал короткое видео по блеснам, которым я полностью доверяю. Первый окунек. Не знаю, будет ли вам интересен более полный ролик по подаче каждого вида блесны, так как это вижу я. То есть, для какой блесны, какая подача, какая проводка более приоритетна. Если вы считаете, что нужно, я обязательно такое видео смонтирую. Вот там уже можно будет поговорить, под каким углом хлыст держать и с какой амплитудой дергать. Но универсальности, конечно, нет в любом случае. Сколько раз видел, когда именно неправильная с общей точки зрения подача блесны выигрывала по количеству поклевок. Также с удовольствием поговорил бы о становлении русской спортивной блесны, то есть о том, как поэтапно появлялись различные модели разных блесен, о производителях этих блесен, в том числе о тех, кого я еще не упоминал в своих роликах. Про поводу буры с шуруповертом. Не знаю, как леща, как судака, но окуня шуруповерт по моей практике абсолютно не пугает. Так что люди впечатлительные, душевно легко ранимые, не судите то, что сверлю шуруповертом. Так все-таки быстрее. Я совсем не соглашусь с недавно оставившим комментарием Дмитрием Дзюбенко, который сказал, что размер блесны не влияет на активность рыбы. Неоднократно замечал то, что не только тип блесны, но и размер может кардинально отразиться на клеве. Есть поклевочка. Хороший конек там. Есть вариант, что марапетка ему не нравится. Сегодня. Поклевки есть, но мало и неактивные. Подрывки есть, но очень мало. Так, что у меня прицеплено? У меня, по-моему, здесь марапетки стоят. Сейчас попробуем большую, побольше. Блесну поставить. Эту удочку совсем не люблю. Но попробуем. Побольше, и окунь среагировал сразу. Причем такой приятный. Тридцать пятый марапет оказался мало.
даже не играть. Ох, окуняра, ребят, вот это окуняра. Вот это достойная окунярка. Что интересно, в средних слоях интересно, вот если подобрал блесну, вот я немножко поменял блесну, и поклевки, блесна больше, леска толще, причем толще значительно. У меня теперь стоял 0,12, сейчас стоит 0,16. Полтора часа рыбалки запланированы на этот вечер, к концу подошли довольно быстро. Я поехал в гостиницу, расположенную прямо на берегу Озерной, номер в которой я снял на эту ночь. Опять же, если нужно, пишите, я расскажу об этой гостинице, покажу номер, расскажу, какие скидки можно получить рыбаку. Ну, а на сегодня у меня все. Заходите в группу ВК, ссылки на которых будут в описании. Подписывайтесь на канал. С вами был Александр Кванин и канал Ёрш не уйдешь. Всем пока. Так, что мне теперь? Мои действия... Спасибо вам большое.